В каком сейчас состоянии Губарев? Да, ну и последняя информация, которую мы получили сегодня утром, за эту ночь несколько раз открывал глаза, то есть он приходил в сознание. Для того, чтобы понять, сам может дышать или нет, отключали на некоторое время искусственную вентиляцию. Да, он может сам дышать. Есть локальные отеки головного мозга, но это не смертельно и не критично. Ну, теперь ждем более хороших новостей, пока мы ждем прогноза, когда он сможет все-таки прийти в себя полностью, и, соответственно, можно отключить будет вентиляцию легких и уменьшить дозу медикаментозного лечения. То есть он сейчас постоянно на уколах, на обезболивающих, на успокаивающих. А где он находится сейчас? В городе Ростов, частная клиника. А, в частной клинике, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот вы же за рулем были, да? Да. Вот просто один непроясненный момент. Вот вы ехали из Ростова в Донецк, да? С КПП «Мариновка». Вот, а вот там на перекрестке вы зачем свернули к Дмитровке? Да, я же вчера это объяснял, то есть машина, которая нас подрезала, я точно понимал, что они целенаправленно это делают, я пытался уйти от опасности. Это как в любом случае, то есть если вас подрезают слева, вы, соответственно, уходите направо, дабы избежать столкновения. А вас потом и там, на этой дороге? Да, я думал, что вот таким образом, то есть я сверну направо, и, соответственно, машина поедет дальше, а мы поедем в этом направлении, подождем немного и вернемся на свою дорогу, по которой мы, собственно говоря, ехали. Но так, к сожалению, не случилось. То есть первоначальная мысль была, что это что-то случайно, да, знаете, когда вас обгоняют на большой скорости, вы думаете, выступлю дорогу, и все будет нормально. Но, к сожалению, я ошибся в своих предположениях. Говорят, это был черный Audi Q7, правильно? На котором мы двигались? Нет, который вас подрезал. Нет, черный Audi Q7 это автомобиль, на котором мы двигались. А, вы двигались. Да, черный Audi Q7, который, насколько я знаю, до сих пор еще не найден, то есть место происшествия у нас сейчас.